Мы приехали из Кременчуга, привезли православную молодежь Кременчугской епархии на такой слет православных молодежек сюда, в Харьков. И первое, что мы здесь увидели, это замечательный вот этот природный экопарк Фельдмана, который сразу же нас покорил своим обилием животных, такой красотой естественной природы. И здесь мы решили вот так провести небольшую акцию, посадить деревья в память об этом мероприятии, чтобы вложить свою лепту, скажем так, в нашу природу, чтобы продолжить это замечательное делание. Мы собираемся уже не первый раз вместе. До этого у нас были совместные выезды в города Киев, Полтава, были в Житомире, были в Одессе. И теперь очередь Харькова принимать гостей. Мы собираемся для того, чтобы обменяться опытом социальной, волонтерской деятельности, для того, чтобы познакомиться с друг другом, набраться позитива и сделать какое-нибудь доброе дело. Например, как сейчас мы в экопарке Фельдмана высаживаем деревья. Ребята подумали, что бы сделать такого, что объединит нас, что будет напоминать о том, что они были в гостях в Харькове, в этом прекрасном зеленом городе, в этом прекрасном зеленом экопарке, и решили посадить деревья, которые называются сумах. Они очень такие симпатичные, и по городу их в последнее время много высажено. Нам оно понравилось, ребята поддержали, сейчас мы этим занимаемся, и надеемся, что они примутся, и наши труды не останутся бесплодными. Это замечательное традиционное мероприятие. Ребята из воскресных школ, из православных молодежи Харькова уже неоднократно этим занимались. Акция «Посади дерево», «Подари птицам скворечник». Вот. И мы тоже очень рады в ней поучаствовать для того, чтобы это сплоченно было. Так, это все объединяет. Ребята очень довольны такому общению и неформальному, и в то же время поучаствовать в такой замечательной традиции.